Приветствую всех зрителей. В этом видео я покажу, какие можно выбрать лучшие регионы для вашего смартфона, для того, чтобы приобрести те или иные плюшки. Когда вы покупаете новый свой смартфон, вы выбираете, как правило, язык, потом идет такое слово «регион». Обычно люди выбирают тот регион, в котором они живут. Например, Белоруссия, Россия, Украина, США. В общем, там, где человек живет, там он думает, нужно выбирать. Но это не обязательно, потому что можно выбрать другой регион, который предоставит те или иные плюшки. Я покажу вам, как это можно сделать сейчас на Xiaomi, MIUI 11, да и 10, и на любом можно это сделать. Заходите в настройки, вверху в строке поиска выбираете, нажимаете, пишете регион. Здесь очень много стран, и та или иная страна предъявляет определенные требования для въездных, экспортных, импортных товаров, например, смартфоны, чтобы те или иные правила государства той или иной компании придерживались. Здесь очень много стран можно выбрать. Поэтому, если производитель согласен придерживаться те или иные правила государства определенного, то и делается ввоз в государство тех или иных товаров. Итак, к примеру, если взять такую страну, как Великобритания, то здесь у вас будет преимущество в том, что у вас не будет показываться реклама. Примерно 90% всей рекламы уберется полностью. О, классная довольно-таки плюшка. Потом вторая страна, которую можно выбрать и которая реально приносит какой-то ощутимый результат, это Сингапур. Но опять вы здесь можете выбрать. И самое главное, не забудьте перезагрузить телефон, чтобы те или иные изменения вступили в силу после перезагрузки. Сингапур дает возможность увеличивать звук громкости ваших динамиков, а также звук громкости в наушниках, если вы это слушаете. Если вы хотите получать максимально быстрые обновления, которые прилетают, это у нас три страны: Индия, Мексика и Китай. Если вы будете выбирать одну из этих стран, то обновления в первую очередь будут прилетать на ваш телефон. Видите, то есть каждый человек может выбрать для себя страну, которая ему больше подходит. Как по мне, более-менее универсальной это является Сингапур. То есть преимущество в увеличенной громкости, и обновления тоже приходят не так уж и поздно. И рекламу, в принципе, можно убрать всю вручную. У меня есть видео на этот счет на моем канале. Поэтому, кому интересно посмотреть, как можно избавиться полностью от рекламы во всем, везде на своем смартфоне, то посмотрите, у меня на эту тему есть три видео. Поэтому выбирайте Сингапур, я так предполагаю, как это сделал я, и будете довольны. И самое главное, не забудьте перезагрузить ваш смартфон. Все, спасибо всем за внимание, всем удачи, всем пока.